Вот это я понимаю утро. Вот это я понимаю панорама. Намчий базар. 6:30 утра. Рассвет. Начинается наш третий день. Акклиматизационный. Показываю вам нашей тропе шикарных пухнастеньких ворон. Вот тропа. Портер нам хочет показать старт, поскольку мы живем высоко, деревня, то и старт у нас будет свысока. В тумане. К сожалению, из-за тумана не видно Эвереста. Мы уже почти дошли. Написано Эверест Линк Стейшн. Значит, Wi-Fi, который я сегодня купила за кучу бабла, должен наконец вот работать здесь. Ну хорошо, я буду это иметь в виду. О, смотри, чаек недорого продает. Че, тормозим или дальше? Не-не-не, у нас есть чаек. Вот мы и дошли до знаменитого отеля, единственный в районе Эвереста с отоплением, в ванной, кислородными баллонами, ну и другими ништячками. Построили японцы для себя же японцев, но сюда все приходят на акклиматизацию попить чаек. В хорошую погоду виден Эверест. Сейчас нам чуть-чуть не повезло. Видите, сплошной туман. Ну ничего. Наконец разведнелось у Эверест Hotel View. Здесь должен быть виден Эверест, но я не знаю, какая точно вершина. Я вижу, что Амадаблам появилась. Самая фотогеничная вершина здесь, в этом национальном парке. Вид потрясающий. 3880 метров. Андрюх, нравится? Да. Еще и куришь. Эх, паразит. 3800 и не покурить? Я уж не знаю, что за гору мы видим, но, блин, это красиво. Офигеть. Так потихонечку облака уходят, и нам видна красота. Андрей, как проходит акклиматизация? Отлично. Я даже не чувствую. Меня согревает фляжечка коньяка. Ага. Смотрите, какой у нас тут видончик. Как в телевизоре, правда? Пупсик. Настроение супер. Идем к Эвересту, сегодня увидим.